Прикольный цвет, да? Как будто я отлил туда. Экономишь время на гонке? Не хочешь тратить драгоценные секунды на походы в туалет? Используй специальную баночку для урины. Баночка для урины всегда нужна на гонке. Очередной скучный день из солнечной Испании. Сегодня у меня очередная тренировка. Не очень сложная, но очень интересная. Я собираюсь поехать... Помните, да? Я собираюсь доехать до замка Бегур, который находится в 25 километрах от того места, где я нахожусь. Этот замок примечателен тем, что он был построен хреново тучу лет назад древними римлянами. И выбранное место было просто катастрофически круто. С этого замка просматривается отлично как и равнинная часть, так и прибрежная. То есть можно было палить врагов со всех сторон. Вот именно это я и хочу посмотреть сейчас, когда поеду туда. Потому что просто кататься по дорогам, объезжая автомобили, кочки и трещины в асфальте, не очень интересно, сами понимаете. Кстати, а что делать со шлемом, если ты постоянно потеешь, и он периодически становится грязным? После каждой велотренировки его мыть, ополаскивать мироместином? Может быть, класть на солнце? Или же тратить некоторое количество аквадипармы, чтобы придать ему приятное благоухание? Какие есть рекомендации, друзья мои? Бутылки. Велокомпьютер. И в путь в веломагазин, который находится буквально в 500 метрах от моего дома. Там я куплю себе еды на дорогу. 11:58. Магазин с едой закрыт. Очередной раз подтверждает теорию. Всегда привози с собой запас еды на тренировки и гонку. Кто здесь долбогном? Я долбогном. Поедем на воде и сникерсах. $400. Победа. Ну все, решили вопрос. С едой можно не париться. Gracias. Пешеходы пропустили велосипедиста. Вообще нереально. Немножко узковато. Чтобы понятно было, смотрите, что мне говорит на пульсник, как у меня пульс. У меня, блядь, шары вылезли из орбит. Я в анаэробе, а он пишет 130. Наконец-то он сломался. Ну вот, попал на напульсник. А без него нельзя стартовать. Осталось километр в гору с градиентом, мне кажется. Наверное, 3, да? Или 33. Сейчас посмотрим. О! Давай! Смотрим пульс. Сто двадцать восемь.
сколько я не доехал. Ненавижу себя. Пульс в 21. Очень красиво. Вообще, конечно, это очень круто. Не просто ходить по дороге, а ехать куда-то, чтобы что-то посмотреть. Все бумажки в кармашке. Строго. Нормально, да? Дорога шик! Не, ну а чё? Во всём нужно искать положительные стороны. А так бы до дома терпел. Но так не скажешь, что в Испании. Как будто на Украине. Кукуруза. Ну что, опять цепь слетела. Но теперь я знаю, почему она слетела. Потому что я слишком сильно скидывал ее на большую звезду. Она закончилась. А ступор почему-то на моих переключателях не работает. Прокручиваем. О! Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. Ну, не наш с тобой, а наш Сашкин.